дом штопанный. Понятно. Тварь, сидеть ему, мрази, и вам, я не вот, вы сторонники, вы пособники этой твари. За деньги? За деньги. Вы понимаете, вы продались им, Нас вынуждают к этому, я надеюсь. Вынуждают, у вас свой ум должен быть. Он у нас есть. Это тварь бедоносит, сука, всю страну развалил. Согласна с вами. Революция будет. Мы вас будем. Потому что вы пособники. Вы участвуете в этом. Вы участвуете. Пособники, соучастники. Вы способствуете этому блядству всему. Да, да. Вы дожили вот до пожилого возраста. У вас дети есть. Вы счастливо живете. Нет, конечно. Ну, а причина? Вы сейчас барахтаетесь в следственной связи. Причина? Это 20 лет, сука, у власти. Чего? У вас такая идея, что вы поднимаете народ. Я поднимаю народ. Я не вижу. Я поднимаю. У нас здесь все трусы. У нас была хлеб целый болото. Твари, трусы. Они, сука, только на кухне шушукаются. У нас нет лидера, который бы смог поднять людей. Нет у нас такого человека. Понимаете, нигде. Если там и есть, но их быстро зажимают. Понятно? Вот поэтому надо готовиться. И будет в ближайшее время. Ждите, готовьтесь. Я бы на вашем месте. Дайте мне буклетик, пожалуйста. Я просто блогер. Вот. Я веду пропаганду против этой кодлы. Вся вот эта блохна, это болото, это мразь, он, сука, все уничтожил. Я с вами отчасти согласна. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Николаевна. Мой вам совет. Бегите.